заярится в небе рассвет, это уже навсегда. Мы говорим мракобесию нет, ясному свету да. Да, 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 мы дети новой России. Да, 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 мы это вам говорим. Да, 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 мы все преграды осилим. Да, 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 мы выстоим, мы победим. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас, как обычно, воскресенье, и у нас передача, которая называется «Мир глазами детей». И у нас две ведущие. Одна с вами я, ведущая Мария Карпинская. И я, Носикова Маша. О, у нас сегодня в гостях очень интересный молодой человек. Рындин Данила. Данила Рындин. И тема у нас тоже очень интересная и очень... Серьезная. Да. Вот тема, которая стоит очень глубокого обсуждения. Дело в том, что в анонсе там вот не выразил Данила своего отношения к теме данной. Просто написал, какой он у нас хороший гандболист. Вот сейчас, наверное, мы обратимся, что, к Даниле, да? Здравствуйте, меня зовут Рындин Данила. Я хожу на гандбол и учусь в 6 классе В. Школа номер 1041. Люблю заниматься с компьютером, делаю сайты. Ну вот, я так смотрю, Маша тоже, что Данила у нас очень такой положительный товарищ. Мы, кстати, с ним подружились на почве сайтов. Теперь он нас будет учить вот, делать сайты. Ну вот я хотела бы спросить, как ты относишься к употреблению и распространению наркотиков, алкоголя и курения в среде молодежи и детей? Вот подожди, а я добавлю, вот Маша сказала, я как бы добавлю. Вообще, Данила, вот само курение, наркотики и алкоголь, для тебя это что тоже? То есть, как бы, что это такое, как ты считаешь? Это очень вредные вещи, от которых человек... Вещества, да, наверное? Да, вещества, от которых человек полностью зависим становится. Становится зависимым, да? То есть попадает в зависимость. И этот наркотик, он просто поражает организм. Ну вот ты знаешь, да, вот на дискотеке ты ходишь? Нет. Нет. Ну тут дело у нас вот обстоит так сложнее, потому что просто человек знает со стороны. А вот подожди, вот это ты откуда узнал, что это так? Ну, из телевидения просто говорили. Литературы разные. Вот, и ты вот этому поверил, у тебя никакого вот любопытства такого не возникает, вот взять сигарету или там чего-то? Нет. Нет, да? То есть вот такое отношение на тебя так подействовало, вот то, что говорят. Ну, а почему некоторые люди вот начинают это употреблять, как ты думаешь? Ну, просто им хочется стать, просто хочется что-то нового попробовать и... не могут потом остановиться. То есть это скучно, что ли? Маш, ты тоже подключайся прямо. Не, ну вообще причин много. А кто-то просто не знает, как отказаться, когда предлагают друзья. Ну, просто, то есть это вот скромность такая, да, чтобы у друзей не пасть в глазах. Приходит, говорит, на тебе сигарету там или что, давай выпьем. Или там выпить таблеточку экстази или чего там. И неудобно отказаться. Так, да, Маш? Да. Мне сейчас просто интереснее ваше мнение, потому что я-то из другого времени. Многие, они просто, тоже как бы не хотят казаться белой вороной, когда по телевизору, например, говорят, то есть, будь мужчиной, пей пиво, они думают, ну а что, выпьем пару кружек пива, ну ничего не случится. То есть по телевизору говорят, будь мужчиной, пей пиво, и вот это тоже действует, да, реклама, да, образно говоря. Так, загинаю пальцы, давай дальше. Так. Ну а вы... Скажите что-нибудь, ну просто. Нет, ну я вот так, давай сначала к Даниле. Данил, в твоей жизни вообще были люди? Ты встречался с теми, кто, курит, дружишь с кем-нибудь из тех, кто курит, пьет или употребляет наркотики? Вот какой-то случай можешь описать, рассказать, был в твоей жизни? Кто курил недавно? Ну расскажи вот о нем, а я потом, у меня целый арсенал. Ну, во-первых, вот у меня есть друг, который на даче, он курил
Вот 6 лет, 2 года. И 6 лет? Подожди, как 6 лет? 6 лет? Да. Вот ему стукнуло 6 лет, и он начал курить? Где-то так, да, как он рассказывал. Так, ага. Ну, он сейчас маленький очень, ему в нем там где-то 1.30 м, наверное. Значит, получается, что когда ребенок начинает курить, то у него действует, вот здесь есть гипофиз, по-моему, какая-то вещь, которая влияет на рост. И да, замедляется рост. Во-первых, мальчик становится карликом, да, получается так? Ну да, не растет. Да. Да, Маш, так? Да, и еще я хочу сказать то, что любой наркотик – это яд для всего организма. Он поражает буквально все клетки, и ни одна система в организме не остается неизмененной, неповрежденной. То есть все изменяется. Ну вот я добавлю, как бы я совершенно точно знаю, что это ученые знают, когда… Сейчас насчет алкоголя скажу. Вот если выпить пиво, ну, допустим, две бутылки днем, да, там или… Вот ты ложишься спать, значит, пиво поражает клетки головного мозга. Утром, когда ты пошел, простите, в туалет, ты вместе с тем, что ты сходил, мочой, да, выписываешь эти головные клетки головного мозга. То есть они погибают. Вот это страшно. Курение, видимо, тоже как-то действует. Сжимает сосуды, да, и там тромбы образуются, тромбируются. И, возможно, как они, инсульты ранние, инфаркты. Ну вот мы недавно, несколько секунд назад, говорили о том, почему еще люди как бы начинают принимать наркотики. Да, почему, вот некоторые, Маш, подражают более старшим. Вот. Ну, то есть видят, что старшие курят, пьют, там наркотики употребляют, и они тоже. Да. Вот один из способов, это правда, я не хожу сейчас на дискотеки, хотя один раз на ночную сходила. У меня, Маша, я пришла, меня пригласили на дискотеку куда-то в центре, ну, ночную эту, как он, клуб называется, да? Вот, значит, там несколько залов, и вот то, мои ощущения. А так музыка гремит, что вот так голова распухает, сказать ничего невозможно, не слышно вообще. Для чего такой шум? Ну, то есть вообще нормальный человек выдержать не может такого шума. Да, там очень. Так вот, обычно употребляют наркотики, начиная от экстази, таблеток, слышали такие, да? Это на дискотеках начинается, так ведь? Да, да, чтобы прям, ну, чтобы утопиться как бы в эту музыку, чтобы только ее слушать и все. Так, 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 ну-ка расскажи мне, а ты поподробнее с этого места. Ты говоришь утопиться в эту музыку, погрузиться в нее, да? Ну, да. То есть получается, что вот это грохочущее вот нечто, ну, назовем ее музыкой условно, чтобы в нее погрузиться и принимают эти наркотики. А никто не знает, вот, а что, вот, вот принял наркотики, и что тогда с музыкой это происходит? Как ты как бы, что, что происходит с человеком? Ну, только ее слышишь, и все. Ну, то есть, тебе кто-то даже если на ухо будет орать, ты ничего не услышишь. Просто вот ты музыку слышишь и слышишь. Ну, знаешь, что я вот когда была там, она так орет, что я тоже ничего не слышала, кроме этой музыки. Правда. Там уже грохот невероятный. Кошмар какой-то. Я высидела 2 часа. И потом, значит, я просто вышла с больной головой, и все. Ну вот в основном экстази принимают для того, чтобы как бы поддержать, ну, чтобы не уставать. Они вот танцуют, да, и не устают совершенно. Также еще допинг, ну, для таких же ну, целей. Ну да, вот это, а, кстати, спортсмены тоже, да, говорят, грешат этим, да, этим допингом. Я не знаю, что, честно говоря, что это какие-то таблетки тоже, так я понимаю. И плюс, то есть начинается все, может быть, с маленьких таблеток, да, а заканчивается иглой. Вот я знаю, что самые страшные наркотики синтетические, и вот это как это называется, господи, когда колется. Это уже, видите, даже я название их не помню. Но это уже когда человек сел на иглу, то это уже все. То есть сойти практически невозможно. Игла забирает жизнь. А, ну вот... И вот кто колется иглами, они часто заражаются СПИДом и разными гепатитами. Гепатиты В, С. И все наркотики, они очень, ну, как бы сильно поражают печень. Угу. Ну, это и алкоголь тоже печень поражает. И курение. Мы как бы взяли сразу все наркотические вещества, от курения до сильных наркотиков, да? Ну, давайте тогда сначала поговорим о наркотиках, а Давай. Потом более подробно. Угу. Ну, вначале, как бы, многие тоже их принимают из-за любопытства, наркотики. И сначала, как бы, люди испытывают, ну, счастье, им как бы более... хорошо становится, да, ну, наслаждение, все проблемы отступают, если человек был приветлив, то он становится, наоборот, более грубым, ну, в общем, меняется сначала просто характер, потом уже, как бы,
часы сокращаются вот этого удовольствия, и тогда человеку приходится принимать все больше и больше наркотиков. Вот оно. Чаще. Как. Вот. Угу. Потом уже эти часы сокращаются до нескольких минут. И тогда наркоману просто приходится очень быстро, как бы, все больше и больше принимать наркотики, и остановиться уже просто невозможно. Если человек, в конце он уже как бы проклинает наркотики и пытается бросить, но тогда, когда он начинает, перестает их принимать, у него... Ломка начинается. Да, начинается ломка. Все тело сводит судорогами, отнимаются как будто бы ноги, человек весь в холодном поту, в общем, жуткая боль в пояснице, в животе. И сами наркоманы это явление называют настоящим адом, которое длится 5-7 дней. В основном они не выдерживают всего этого мучения, угу. Срываются и начинают вновь принимать. И уже не для удовольствия, а для того, чтобы избежать ломки. Но они не понимают то, что чем как бы больше они принимают, тем хуже и мучительнее будет ломка. Многие умирают во время ломки из-за остановки дыхания или сердца, а многие из-за передозировки. Передозировка, то есть и нельзя передозировать, потому что вот это... То есть это все время ходить по лезвию между смертью и жизнью. Страшно. На самом деле, вот если мы сейчас о наркотиках говорим, то это страшно просто. Я даже не знаю, вот мне тоже хотелось бы что-то сказать. В моей жизни, а жизнь у меня прожита довольно большая, опыт большой, было много, я видела много разных людей, которые наркоманы, уже профессиональные, уже конченые. И на начале, вот я видела, как происходит деградация человека. Когда-то было модно хипповское движение, и я входила в состав хиппи. Мы все, так сказать, да? Вот, но хиппи это были такие люди, которые говорили free life, там, то-то-то, все, пятое-десятое, читали стихи. И, значит, вот за свободу они шли. Хорошее движение было. Но дело в том, что потом оно приобрело такую форму в скорости, что все, кто входили в хиппи, они стали курить анашу сначала. То есть, казалось бы, что анаша это такой легкий наркотик, который ничего не дает. Но потом, через некоторое время, я вот видела, они на Арбате тусовались, эти ребята, как это сказать, хиппи, да? Я видела, как вот постепенно люди, курящие это, во-первых, они привыкали, понятно, все время раздобыть этот табак, то есть эту анашу, да? Потом, значит, они приходили многие на иглу. И вот я видела мальчика, который 9 лет, уже сидел на игле, часть он курил, потом, значит, уже сидел на игле. Он был абсолютно бледный и обескровленный, то есть такое ощущение, что в нем уже жизни не было. То есть вот этот ходячий труп такой. Естественно, что я думаю, что его сейчас в жизни нет, он погиб. Это безусловно, потому что организм измождается, и после нескольких лет приема наркотиков человек перестает спать, есть, и у него только одно... Как бы его интересует только, где достать наркотики. И по статистике большинство людей живут как бы от 3 до 5 лет после первого приема mm-hmm. наркотиков. И есть еще от 10 до 15 лет, это если они в основном курят. Mm-hmm. Вот, то есть жизнь их не очень короткая. Вот, и мне кажется, просто она мучительная. Значит, вообще в нашей жизни, вот я не знаю как. Вот, Маша, у тебя были в жизни времена, когда тебе было, плохо, болела ты там, или, плохо, было, страдания называем. Угу. Вот, правда, невыносимо? Да. Невыносимо, хочется скорее, горло ли болит, температура ли высокая, болезнь, да, инфекция какая-то. Очень тяжело переносить, любую болезнь, ты ищешь бегом таблетки, чтобы избавиться от этой боли, допустим, в горле еще в чем-то. Многие даже таблетки, из нашего, жизни считаются тоже наркотиками, слабодействующими, которые часто принимают люди от головной боли, и их тоже, сейчас называют. Дело в том, что на самом деле, страдания, это такая вещь, которая невыносима, и те, кто начинают, курить, образно говоря, они не понимают, что впереди их ожидают эти страшные страдания. Потому что одно дело болеть, температура большая. Она пройдет и все. Да, 2-3 дня, пусть 7, ты 3 лежишь, потом 4 уже лечишься чем-то. А другое дело, это просто годами, это невыносимо. Это просто ад, действительно ад. И я хочу сказать, что в моей жизни тоже был один человек, давно это было, который захотел бросить наркотики, и я его взяла к себе домой, чтобы он пожил у меня. Я сейчас не помню, я даже, по-моему, он просил меня привязать его к батарее.
Это просто вот страшная вещь. То есть он решил бросить и попросил, чтобы я ему помогла. Ну, я же не могу все время дома сидеть с ним, я должна уходить. Вот, и он мне сказал, что будет ломка, он знал, видимо, ты меня привяжи, пожалуйста, к батарее. Чтобы он мог не встать, не побежать, не шприц и не уколоться. И вот я видела вот эту ломку. Это что-то такое страшное, это что-то такое невыносимое. Я не знаю, то, что я рассказываю, скажи, Данила, вот как я рассказываю, это страшно? Ну да, человек рвется к игле, чтобы уколоться, а то... Сейчас иначе... еще один страшный случай расскажу, прям пугать буду. Была такая Аня, девочка Аня, фамилию я ее забыла, она была поэтесса. А она была моя знакомая, Васяева, что ли? Анна Васяева, да. Так вот, она до такой степени доходила, что вот если нет этого наркотика, был случай, когда она вместо, ну, не было, не нашла шприц, и нужно было, я не понимаю в этом ничего, чтобы вот этот наркотик попал в кровь. Она взяла бритву и по венам себе, чтобы туда. Кровище, ведро, там, кровь, вот это вот все страшное очень. Ее там спасал один мой знакомый. То есть и в результате она все равно из жизни ушла. Она была моложе меня, лет на 10. Ее уже нет на свете давно. А я вот живу, да, и все. Вот, и поэтому вот просто тех, кто нас слушает. Хотя бы один человек бросит после этого курить, пить или... Ну, мы сейчас говорим пока о наркотике, да? Давайте пока о наркотике. Я хочу сказать, бросить очень трудно. И вот должна появиться, вот я там написала на сайте, да, что сделать, как бросить. Врачи не помогают. Бесполезно. Это сам нужен. Врачи не помогают. А ты представляешь, такая ломка не выдерживает человек. Значит, тут может спасти только одно. Желание. Ну вот просто, если мы говорим о подростках, то прежде всего надо рассказать родителям. Они, ну как бы, и обязательно надо обратиться к врачу. Ну, пройти курс реабилитации, а после этого еще долгий курс как бы морального восстановления. Значит, я могу сказать, что есть один способ, с помощью которого можно все вот как бы спасение, да, это полюбить. Вот если девочка или мальчик, ну как это сказать, найдет любимого человека и скажет ему, ну, любимому, которому можно все рассказать, все абсолютно. Вот и они вместе вот за это возьмут. Ну, допустим, вот некто употребляет наркотики. Вот, и он, вот нужно поставить своей целью внутренне. Ну, во-первых, нужно обратиться просто, вот на самом деле здесь нужно обратиться внутренне ко Вселенной, к Богу, как угодно называйте это. Это действительно так. Нужно попросить Бога, очень серьезно попросить, чтобы он послал это спасение. И чтобы он послал любовь. Вот, и если встретится друг или дружбу, и если встретится друг, который скажет, я хочу с тобой дружить, и я помогу тебе, то вот вдвоем выходить легче. Если есть родители, которые очень любят своих детей, ну, ребенка, да, и он, допустим, понял уже, что к чему, он может прийти и сказать, там, или сестра, ну, близкие люди, и сказать, что мама, там, папа, со мной случилась беда, вот, но только, пожалуйста, дело в том, что насчет врачей. Я лично очень боюсь врачей, потому что вот сегодняшние врачи, это несколько... Деньги берут и в гроб загоняют, называется. Еще и вообще это страшно. Они не заинтересованы в излечении человека. Они заинтересованы, чтобы человек был к ним привязан. Поэтому лучше все-таки любимые, дорогие друзья. И когда у тебя появляется друг настоящий, вот что такое настоящий друг, или любовь, и вместе заинтересованы строить отношения, дружбы, отношения между родителями и ребенком, строить семью вместе, договорятся, то тогда можно вытащить. Ну, к примеру, я сейчас просто... Вот, допустим, к примеру, допустим, кто-то из вашего окружения стал наркоманом. Ну, вот можно пример привести? Да, приведи пример. Вот мне вот рассказывала моя мама подруга то, что вот у нее есть знакомый, который принимал наркотики. И вот один раз в квартире у него, ну, вот он принял наркотики, и у него получилась передозировка. И вот, ну, соседи услышали, да, ну, то, что там грохот всякий, пришли просто и увидели, ну, то, что он с шприцом, вызвали скорую,
Ну вот, его отвезли. И вот буквально через несколько часов, так как его, ну, соседи тоже употребляли наркотики, были заинтересованы, и, ну вот, как не было... В употреблении. Да. И не было рядом с ними никаких соседей, которые бы могли им бы вызвать. Угу. И, скорую. Скорую. И они скончались. Вот, мужчины и женщины. Все они скончались от передозировки. Да. Но передозировка — это уже край. Это уже туда пошло. А вот пока еще не встали на край, а вот только, допустим, ну только баловаться начали. Вот то, это условно баловаться. То есть первые сигареты наши, первые таблетки экстази. Ну все-таки, а вот давайте обрисуем ситуацию самую страшную. Родители не понимают, им говорить невозможно. Уже втянут через дискотеки и все. Ну вдруг осознал, что это страшно и кончится плохо. Что делать, как ты думаешь, Маша? Ну, попытаться найти человека, который тебя поймет, друга. И ни в коем случае нельзя бороться в одиночку. Вот. Вот сейчас сформулировали очень правильную фразу. Ни в коем случае нельзя бороться в одиночку. Это редкий-редкий человек может из этого выползти один. То есть нужно себе найти единомышленников, заинтересованных в том, чтобы тебе помочь оттуда выйти. Это первое. Второе. У тебя есть друзья, которые тоже употребляют наркотики. Да, можно у них спросить, хотят ли они бросить. Нет. В таких случаях, ни в коем случае, они идут, что ты. Это же компания. В таких случаях нужно что с друзьями такими сделать? Их нужно оставить. Да, и к ним вообще не подходить. Конечно. Нужно оставить, нужно, может быть, одного завести друга, но хорошего. А вместо друга, кстати, можно завести собаку, допустим. Можно завести какое-нибудь животное, за которым нужен постоянный уход, маленького щенка. Вот маленький щенок, да, допустим, он требует очень большого ухода за собой. То есть нужно себя за чем-то занять. Или, допустим, то, что вот он, ты говоришь, Данила, может спасти, если человек погрузится или займется спортом. Да. Или, ничего, допустим, вот как я Маше сейчас предлагаю, ну, Маша у нас положительная, погрузиться в компьютер, если есть. Можно, да, допустим, заняться вот чем-то интересным в компьютере, обучиться каким-то программам. Или что-то еще придумать, чем-то себя занять. То есть вот что-то найти, увлечение какое-то, правильно? Я хотела, ну, угу. Все правильно, но вот про спорт я хотела сказать более подробно. То, да. Что наркоманией и алкоголизмом заменяют недостаточность, ну, нагрузок мышечных. Ага. И то есть спорт, он может заменить все это. Как бы нагрузки это... Вот, я даже придумала. А что если вот тем, кто употребляет наркотики, выбрать экстремальный спорт? Ну, прыгание с парашюта, к примеру. Ну, им просто будет как бы некогда, и их непотребности будут... Во-первых, некогда, да. И второе, вот представляешь, пережить такое, да? Первый раз с парашюта, да, упасть. Вот. И сразу вот этот адреналин, он как бы перекроет, нужно же что-то, нужны ощущения, которые более сильны, чем наркотик. Вот я думаю, что такой спорт, как прыгание с вышки в бассейн, с высокой, да, прыгание с парашюта, экстремальные виды спорта есть у нас, да, горные лыжи, ну, это при условии... Если у человека сердце здоровое, то некоторые... Это все ерунда, если это при условии, если у родителей есть деньги. Но это самое главное. Да. А если у родителей нет денег? А если из бедной семьи? Тогда как? Ну, просто заниматься как бы обычным видом спорта. Бегать по утрам. Тогда вот такому человеку, к сожалению, люди из бедных семей, а ты как думаешь, Данила, им труднее выйти из этого положения? Вот, во-первых, человек должен сам захотеть, ну, и... Осознать. Да, осознать то, что он должен, ну, вытянуться... Из этого вытащить себя, да. Вытащить себя оттуда. Захотеть. А как вот захотеть? Что для этого? Эта мысль должна появиться какая-то, что я не хочу гробить свою жизнь. Но я хочу сказать одну вещь. Сегодня очень многие подростки, их настроение известны, им не нравится. Бывает так, что жизнь не нравится? Бывает? Ведь часто бывает, да? Да, бывает. Ну вот не нравится сама жизнь, потому что живет в семье, где его не любят. Живет в бедной семье. Может такое быть? Вот такому что мы можем присоветовать? Ну, такой, он, ну, должен найти, как бы, можно сказать, свою вторую половину, и тогда ему захочется жить ради этого человека. Ну, или, как вы уже говорили, домашнего питомца. О, завести. Точно. Завести какого-нибудь животное, да, которое, может быть, ну, собака тоже сейчас требует больших расходов, да?
какого-то очень вплоть до мышки, с которой нужно много возиться. Что-то найти, завести себе что-то, взять с улицы собаку какую-нибудь, сделать ее вегетарианкой в конце концов. Это можно все. То есть на самом деле нужно построить свой собственный мир. Потому что вот такой мир, да, выстроить свой мир какой-то, в котором тебе будет комфортно. Ну вот, а мир как строится? Ну, как сотворение мира собственное сделать, да? То есть самому себе первое захотеть освободиться от этого. Потом, если ты понимаешь, что это пусто, и вот ведет пустота к суициду, обычно ведет, да, то есть хотят многие жизни, кончают самоубийствами, вы знаете, да? Да. Среди молодежи очень много сейчас тех, которые вообще просто жить не хотят. Вот потому что, ну вот, а почему, кстати, не хотят жить? Как ты думаешь, Маш? Ну, разные ситуации бывают. Ну, кто-то просто один, вот как вы уже тоже говорили, семья бедная, никто не любит. И как бы мир кажется мрачным, и человек просто не хочет. Жестоким, мрачным. И у человека нет защиты. Дома у него защиты нет. Его никто не любит дома. Он никому не нужен. Он родился и не нужен никому. Он не нужен государству, он не нужен семье своей. Он один просто. Вот. А душа тонкая. А душа хорошая. Вот. И вот такой человек, конечно, он как-то, он ищет каких-то связей и впадает в наркотическую зависимость. Вот что такому человеку мы могли бы посоветовать? Данила, ты как думаешь, что все-таки? Вот совсем такой, мы берем вариант уже совсем пропащий. Ну, в смысле, то, что... Ну, он... тяжело такому человеку, ну вот что ему? Вот у него, ему одиноко, его никто не любит. Вот, что все-таки вот ему сделать? Ну, ему, во-первых, как вы раньше говорили, друзей завести, чтобы не было, во-первых, одиноко. Мне сейчас такая мысль пришла, ага, давай. Друзей завести, да. Или питомцев. А у тебя еще? Ну, еще нужно посмотреть в своей жизни, поискать плюсы и попытаться просто порадоваться самому обычному. Вот, например, он просыпается утром, и если вот, как многие люди, они же умирают, и это все равно как бы счастье, то, что он жив, то, что он просыпается утром, то, что он слышит пение птиц. Ну, как бы эти обычные вещи, да, но если посмотреть так и разобраться, то это на самом деле... А я, знаете, сейчас какая у меня мысль пришла? Вот такому человеку нужно сходить в дом, вот где инвалиды живут. Да, вот это тоже лучше. И вот, кстати, у меня была одна ситуация, я попала в дом, где живут инвалиды. Вот эти, как это, от рождения, у кого-то ног нету, у кого-то рук. И вот они на колясках все. Вот когда посмотришь на это... то кажется, что твоя жизнь это просто... А у тебя есть руки, у тебя есть ноги, у тебя есть язык. То же самое, вот то, что обычное, и да. Это кажется уже просто счастьем настоящим. Да, и может быть, вот очень сильно поможет вот тем, кто садится на наркотики, очень сильно поможет делание добрых дел. Вот если он найдет друга и скажет другу, а давай вместе будем ходить, допустим, в детский дом там чего-то делать, да, или вот в дом престарелых чего-то помогать. Ну, то есть взять что-то, кого-то чего-то под опеку. Ну, как и питомца, так же можно человека. Вот, и тогда совершенно точно, мне кажется, есть возможность освободиться от зависимости. Да? Да. Ну, я еще хотела поговорить. Пламя любви все сильнее и сильнее льется рекой благодать. Мы говорим, душевую нет, великодушию да. Дети новой России, да-да-да, мы это вам говорим, да-да-да, мы все преграды осилим, да-да-да, мы выстоим, мы победим.